Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Slime Rancher 2. В общем, как я понял, это вторая часть, в первую я не играл, но я очень много смотрел роликов. Вся суть игры в том, что вам надо исследовать мир, находить разные технологии, типа там, я не помню даже, какие они там были, и собирать слаймов, находить разных, скрещивать их. И получать разные прикольных слаймов, которые будут давать шарды, на которые ты будешь продавать, расширять свою ферму, там строить всякое. И зарабатывать на этом еще больше денег. Я не знаю, если тут вроде как есть сюжет, но это альфа. Поэтому игра не полная. Но мы на нее сегодня посмотрим. Может быть, еще будет пару серий, 2-3, не знаю. Последняя часть вышла 5 лет назад. Поэтому, как-то так. Я уже поиграл, но я зашел чисто посмотреть, работают ли механики и все остальное. Поэтому мы начнем файлы сохранить. Мы это удаляем, естественно. И начинаем новую игру. Выберем смайлик на сохранение. Какой? Вот это. Обучение. Давайте вары. Вары — это существа, которые вроде как съедают несколько шардов, превращаются в темную хрень и поедают всех. Дикие — это если слаймов не кормить, они сваливают с клеток и так далее. Там надо строить клетки. И урон игроку x1. Можно поставить больше. Давайте x1, начнем. Играть мы будем за какую-то девушку, которая будет как раз-таки с помощью своей пушки собирать слаймы, шарды и так далее. Это вкратце их. И, конечно же, здесь есть сюжет какой-то. Не знаю, в первой части какой сюжет был, точно не могу сказать, потому что я в нее не играл, только смотрел. После долгого дня на ранчо Беатрис Лебо, это наш главный герой, наслаждалась закатом у Смайлового моря со стаканчиком холодного морковного сока. Вдруг к докам причалила лодка, внутри нее было ничего, кроме загадочного письма. Очень мультяшная, классная графика. Мне нравится. Ты изучила далекое-далекое запределье. Это предыдущий остров. От пыльных берегов сухого рифа до дальних уголков опасной стеклянной пустыни. Но впереди еще много неисследованных миров, Беатрис Лебо. Тебя ждет радужный остров. Если ты готова к новым приключениям, забирайся на борт. Это как раз радужный остров, который мы будем исследовать. Вот он. Кстати, смайлик. Восторженная Беатрис залезла в лодку, и та унесла ее за слаймовое море. Наконец, девушка разглядела вдалеке остров, каких до сих пор не видела. На далеком-далеком запределе горы, деревья и трава все оттенков танцевали и двигались будто во сне. Просто сесть в лодку и струячий хрен знает куда. Изучая окрестности, она наткнулась на заброшенную оранжерею с видом на весь остров. Интересно, что внутри? Она нашла все, что нужно хозяину ранчо для ухода за слаймами. Первых шагов на ферме и создание устройств. Да, здесь можно создать устройства, чертежи всякие надо искать. Так и началось новое приключение. Беатрис затянула ботинки потуже, подготовила вакпак, это вот эту пушку, которой как раз-таки все собирать, и отправилась исследовать радужный остров и раскрывать его тайны. Там много чего было в первой части, там, это типа продолжение, поэтому механики останутся, да. Вот загрузочка, 9 утра, двигаться, бегать на shift. О, это типа мы засосали. И можем выплюнуть птичку. Тут, короче, да, прыжок, спасибо. Тут надо засасывать этих смайликов. О, кстати, розовый смайл. Мы сейчас посмотрим, что так. Это вакпак, это засасывать. Мы так уже это поняли. 3 смайлика. Вон еще один. Смайл, да, стрелять можно ему. Да. Вот в эту клетку. Это типа клетка, в которой они будут сидеть. Все, у нас 4 смайла. Теперь нам надо найти еду, чтобы их покормить. А еда у нас вот прям растет. Все, можем покормить смайлов. За это они дают нам шарды. Так, стоп. Вот, шарды, которые... Кстати, а есть еще морковка? А то мы... О, петух бегает. Пусть бегает.
Петухи нужны для того, чтобы кормить слаймов, которые эти, хотел сказать, ядовитые, которые хищники. Тут питаются фруктами, овощами, как я понял, и питаются этими. Да, вот стоимость всех шардов пока что. Плорты, да, плорты. Дальше, чем больше мы будем скидывать, тем меньше будет ценник. Это как раз-таки гайды. Вот, давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас пещера. В пещере у нас есть изготовитель. Здесь за плорты и за деньги, баксы, нью баксы, можно вот за розовый плорт, можно сердечный модуль. Синхронизирует с внутренним. 150 хп будет. Это 150 энергии, а это пожиратели ресурсов, бур. Здесь мы сможем это количество ресурсов, которое у нас здесь будет, преобразователь. Тут всякие руды, которые нам нужны. Вот, также тут есть несколько выходов, как я понял. Вот, выход номер раз. Короче, если здесь умираешь... это что такое? А, это тележка с рудой. Если здесь умираешь, ты появляешься в домике. Здесь, да, можно в преобразователь закидывать. Так, тут еще выход, давайте посмотрим, что здесь. Давай сюда поднимемся. Здесь много нычек, секретов. О! Куда ты? Так. Также здесь надо запрыгивать в разные места. О! Это грибной район. 1800 стоит. Это карта. То есть мы можем купить вот эту зону, вот эту зону, вот эти две зоны. Квадратиками обозначаются те места, где мы сможем ставить свои эти... о! Тихо-тихо-тихо. Это что такое? А, это телепорт. Короче, да, был телепорт в предыдущей части. Его надо было, типа, построить обязательно. Там есть лодка какая-то. Ну, плавать, наверное. О, кстати. Что у нас здесь? А, здесь, наверное, выход еще один из пещеры, да? Да, все правильно. А там вода. Не, в воду лучше не прыгать. Воду, кстати, надо будет собирать, чтобы убивать этих варов. Потому что по-другому никак. Да я уже знаю, мы уже смотрели преобразователь, спасибо. Все, сейчас мы скинем петушков на свежий воздух. Блин, я заблудился. Так, нам надо по лестнице наверх подняться. Энергия восстанавливается постепенно, поэтому переживать за это не стоит. Но надо больше энергии, я хочу бегать прям тут красиво так. Так, давай еще накормим их. Шарды пропадать не будут. Так, здесь пока ничего нету. Давайте погуляем, да? Кстати, а тут можно куда-нибудь? Тут можно везде на всякие эти залазить, поэтому... О, радужные поля. А, тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Тут ничего нету. Но обычно, типа, нычки всякие прячутся везде, и надо, типа, их искать вот таким макаром. Ну ладно. О, а вот и смайлики. Стырим морковку немножко. Так, и это выход к воде. А, это тот самый выход к воде, который нам нужен. Так, нам надо еще каких-нибудь смайлов найти, потому что морковка нам пригодится, мы сможем ее сажать. Нам надо еще поискать смайлов каких-нибудь. Мне нравятся открытые миры, красиво. О, тут пустыня какая-то есть. Тут, короче, можно еще собирать воду, чтобы как раз драться с шардами, как я и говорил. Но для этого нужно будет лутать всякие... О, это что такое? Гидротурель. Оборудование пушка, которая автоматически выслеживает и взрывает варов водой. Так, это, короче, как я понял, нычка. Со всякими фруктами. Клубника, да. А, тут ничего нету. Да, воду я пока падать не хочу. Мне рано еще умирать, я слишком молод. Ну, типа, ты умрешь, пройдет какое-то время, она восстановится, и все. И то есть, на этом как бы все. О, да, смайлики вылетают отовсюду. Собираем пока что морковку. О, клубника, давай. Мы ее будем сажать, потому что... Кстати, это руда. Руды у нас пока нету. О. Петушок, иди сюда. Подожди, там еще вроде один был. А, цыпленок! А, у нас... А, они едят... Да, здесь будут спавниться курицы. Они же едят их, я забыл совсем. Так, вон еще какая-то руда, но мы ее добывать пока все равно не можем. Во, смотрите, кролики. Так, петух пока нам не нужен. Давай кролика заберем.
Иди сюда. Это будут первые у нас слаймы, которые будут нам что-то давать. Так, это жук. Получен доступный журнал ГГ. Это, наверное, главный герой или не знаю. И вот опять рассылаю дронов на разведку все в те же места, как когда-то впервые. Едва подтвердится, что обстановка не изменилась, возьмусь за работу. Это место до сих пор помню свой восторг от этих радужных полей. Ощущение, что вижу прекрасный сон. И, наверное, в каком-то смысле так и было, ведь все закончилось слишком быстро. Окей. Да, мы получили попрыгунчиков. Иди сюда. Они дают другой тип смайлов. И они нам как раз-таки нужны. Здесь вот карта открывается путем нахождения каких-то всяких... Это что? Это шар, да? Отдай морковку. Так, пятеро. Нам, кстати, надо построить, не забыть, новый этот... Как его? Новый загон для них. Так, давай фрукты заберем. Фрукты мы можем и выращивать. Давай еще тебя заберем. Вроде 20 ячеек. Ух ты, смотри, смотри, какая толпа. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Не надо есть все подряд. Так, у нас 16 морковки. Тут есть куры. Морковку давай. Морковка нужна. Куры это хорошо. Так, тут руда лежит. Тут, к сожалению, нычек никаких нету. О, да, они курицу сожрали. Есть. Я ищу какие-нибудь нычки. Вдруг что тут есть? А, это типа подъем был, да? Мы пошли не на подъем. Так, кроликов мы набрали. Вон там, скорее всего, секретики. Давайте куда-нибудь еще прогуляемся. У нас пока есть место. Вряд ли мы сейчас найдем кого-то еще более топового. Потому что, типа, на первых локациях ценных слаймов-то мы не находим. Руду я вижу. О, да, смайлики. Это типа шарды розовенькие. Так, это руда, которую мы все равно пока добыть. А, морковки максимум. Морковки максимум мы уже больше не добудем. Да, там вон еще руда. Так, что мы где вообще? Ага. О, это что такое? Да, я первый раз играю, поэтому мне простительно задавать каждый раз вопрос, что это такое. А, активировать. А, это карта показалась. Прикольно. Все, я понял. То есть такие штуки показывают карту. Хорошо. Так, у нас еды уже много. Это что такое? Это просто кристалл. Это что такое? А, это с коллектором преобразователя удобно преобразовать ресурсы и плоты в преобразователь. А, короче, можно закидывать сюда, и они будут преобразовываться. Смотрите, еще кусок карты. Так, как нам туда подняться? Да я понял, спасибо. Ну ты хочешь, чтобы я что? А у меня нет плортов, я не могу ничего туда закинуть. Это что, пещера? Ух ты. Здрасте. Ну, здрасте. Пойдем наверх. А, яблоко... Этому то есть сейчас... Блин, тут даже волны есть. А, по сравнению с первой частью, графика лучше. Я не играл в нее, но я очень много смотрел. О, кошак. Это, короче, кусок острова. Это, кстати, смайлик. Кошак. Может быть... А, не, ну клубнику мы оставим. За кошаками, если мы сейчас ходим. Мы, наверное, скрестим... А давайте, кстати, реально... Они, короче, едят мясо. Эти вот... Ну, давайте, кстати, сделаем вот так. И возьмем кошаков. Мы скрестим кошака... Мяуровые смайла. А, мы скрестим кошака с... Зачем тебе морковка? С вот этими. В один загон их посадим. И они нам будут приносить ресурсы. Два вида плортов. Вот эти и вот эти. Все, погнали домой. Правда, вынос у меня не так много. О, кстати. Это огромный смайл. Его надо накормить. Тогда он лопнет. Давай морковкой. О, все. Это что такое? А, это типа он взорвался на смайликов. Прикольно, курицу заберем. Это типа подъем, да? Я же не помру. Эй. А-а-а, прикольно. Давай еще раз. Так, типа там опасная зона. Тут они курят третье. Это мы скинем? Мне пока это не надо. Это что такое? Вау. Прикольно, прикольно. Ну, вообще шикарно. Давай посмотрим, что там. Кота, иди сюда.
Летающие! Давай сюда светлячков. Котики, привет. Идите ко мне. Так, варов пока не видно, это уже хорошо. Уйди отсюда. Да, больших, короче, скрещенных нельзя собирать с собой вместе. Пойдем посмотрим, что это такое. Я боюсь. Вот так вары выглядят. Они типа разноцветные и очень мерзкие. Где я? А, я на новом острове. Мне типа телепорт открыли? Прикольно. Пойдем отсюда. Ну типа, а что мне тут делать? У меня инвентарь забит. Мне надо хотя бы раскидать смайлов. Надо вот эту, вот этих забрать. Это, короче... Ой, тихо. Они, короче, летающие. С ними не получится... Короче, нужно будет делать клетку, как я понял, в которой делать крышу, чтобы они улететь не могли. Так, а теперь надо понять, куда мне бежать. Так. Блин, морковка. Ладно, окей. Иди сюда. Кроль. Я, наверное, хочу сместить кроликов и летать. Да у меня нечем плорты закидывать, простите. Плорты мне закидывать нечем. Ну, красиво. Правда, варов пока не появилось. И то хорошо. Так, все, я правильно иду. Ну да, здесь прям прикольно. Мы потом скрестим вот этих трех, но для этого клетка нужна, из которой они вылетать не смогут. А у вас пока такой нету. Кстати, иди сюда. Я лучше сделаю клетку, из которой ты не сможешь вылететь. Придется потратить денег, правда, в нее. И, кстати, это ночные смайлы. Но если мы их скрестим с кроликами, с вот этими ушастыми или с котами, то они будут дневные смайлы. Кстати, а как можно посмотреть, что они едят? Так. Смайлопедия. Нет, подожди, смайлы. Вы едите диета любимая вот эта. То есть фрукты, овощи. Коты едят... Не, вот эти что едят? Диета фрукты. А тут диета овощи. Ну ладно, окей. Так, ребята, как у вас дела? Прикольно у вас дела. Так, у нас тут птенцов уже много. Пока накидаем вам морковки. Стоп, иди отсюда. Я хочу вот это засосать. Тогда сможем спокойно все засосать, и никаких проблем не будет. Ха-ха, они тут во все стены летают. Погоди, еще один поел. Так, нам должно этого хватить на новый загон. Розовых мы уберем, они самые беспонтовые, как видите. Вообще, снайпер просто. Итого 546 монет. Розовых мы сейчас уберем из загона, банально. Типа... Все, ребят, ну они самые дешевые, их... Все, ребят, давайте, погуляйте там. Вы мне пока тут не нужны. Так. Мне нужен плорт. Мы сейчас его продадим. Отсюда смогу попасть? О-о-о. Физика, конечно, тут прям... Ух. Так, итого 562 монеты. Мы возьмем котиков. Мы возьмем кроликов, наверное, и светящихся. Но это будут светящиеся кролики. А нам надо поставить воздушную сетку, чтобы они улететь не могли. Покупаем, да. Все, теперь они могут улететь. Мы скидываем... А, стоп, они же ночные. Ну... Мы сейчас скидываем вот так вас. Ешьте. Они едят не это. Они едят фрукты. Там задание какое-то появилось. Сейчас посмотрим. А, не да, они не могут. Все правильно. Но у них перезарядка будет. Сейчас, стоп, подождите. Мы сейчас тогда хотя бы плортов наберем. Так, секунду, иди сюда. Просто я забыл, что они овощи, точнее фрукты едят. Тогда давай кроликов навыпускаем. Ешьте. Вы нам сейчас хотя бы денег дадите. О! Да-да-да, денежка. Все. Так, нате вам 5 морковок. 3. Сейчас они поедят. Давайте цыпленку возьмем. Чтобы он, блин, чтобы он хотя бы слот... Да где ты, птица? Чтобы он хотя бы слот занимал. Мы сейчас им просто высоту сделаем побольше. У нас 12 плортов. Мы сейчас их продадим. Они по сколько? По 31. Так, итого 509. Давайте поднимем повыше. Так, повыше сделать. Высота стен. Она же... А, она с сеткой сразу же, да? Так...
Прелесть в чем? Тут, короче, есть, значит, вот, сборщик. То есть мы можем плортосборник поставить, и все будет прекрасно. Сейчас я продам, и надо разводить, короче, еду. Прекрасно. Для еды мы построим какой-нибудь... Здесь будут... Давайте здесь еду поставим. Для еды нам надо... Вот, сад. Есть курятник, есть силос, сжигатель и прудик для... Так, мы ставим вот это. Нам надо посадить, получается, фрукты какие-нибудь найти и посадить. Так. Где ты? Ребят, ничего личного. Просто не тусуйтесь здесь. Мне надо фрукты найти хоть какие-нибудь. Тихо. Во, яблочки. Мы сейчас просто с котов скрестим вместе с этим. Да, я знаю сад, спасибо. Мы сейчас котов сможем скрестить с ушастыми, у нас будут ушастые коты, которые будут есть все подряд. Все, и теперь здесь растет дерево. Дерево, конечно же, тоже можно прокачать. А через назем компост, рады полей, черезем культура всегда дает максимальный урожай. Это поливание, это пугает, пугасмайл, это чучело, вара. А порой, короче, смайлы не едят. А это убрать посев просто. Все, теперь у нас все прекрасно. Курочка, иди отсюда. Так, давайте закинем туда котов. А, нам котов кормить-то нечем. Мы хотим закинуть котов, которых нечем кормить. Съешь кто-нибудь. Понятно. Так, стоп, подожди, слаймопедия. Слаймопедия, где ты там? Ушастик. А, у тебя овощи, тебе ягода это не нужна. Значит, овощами. А мы фрукты поставили. То есть нам надо поставить еще один загон под овощи. Окей, овощи — это морковка. То бишь они едят морковку, то бишь мы сможем где-то намутить морковки. Лови. Так, морковки пока нету. Шардов сколько много. О, морковка. Прекрасно. Так, что у нас тут? Ушастые зайцы, да. Ушастые зайцы, типа, дают два типа шардов, то есть... Я хочу сейчас... Ух ты, прикольно как. Ну, слушайте, ну здесь красиво. Игра реально классная, красивая. О, нам нужны вот эти шарды. Да ёб твою за ногу, зачем ты это сделал? А, у меня места нет. Да. Мне нужны вот эти шарды. Давайте отпустим пока смайликов вот этих. Они красивые, я не спорю. Но мне нужны шарды, чтобы хотя бы... А, подожди, стоп, зачем мне эти шарды? Нет, стоп. Иди сюда. Мне как раз эти светлячки нужны, но... Мы для них котиков сделаем. Мы из котиков сделаем светлячков. Так, стоп, давай еще посмотрим, раз. Да я уже понял, смайлопедия. Для них нужны фрукты. То есть фрукты у нас есть. То есть нам надо скрестить котиков. О, шард появился. Вар. Короче, они не любят только воду. Их надо выкидывать в воду, тогда им жопа. Стой. Вот, то есть они умирают только от воды. Все, варом один, походу, был. Да. О, тихо. Иди сюда. Спасибо. Да, все пошло по плану, но не по тому, какой я хотел. Но у меня есть 13 плортов, мы сейчас их зарядим. Но я понял, что сад готов. Спасибо. Можно как-то убрать эту подсказку? Или ждешь, когда я собирать начну? Так, ребята, прям 5 сек. А, стоп. Все будет, ребят, все будет. Мы вас сейчас скрестим. Да, плорты пока продаем. А, они вон в цене уже упали до 14. Так, у нас 212. Это ни о чем вообще. А, я ж собираю их, точно. Так, нам надо сборщик плортов сделать хотя бы на одних. Ребят. Мы не сделаем сборщик плортов, мы посадим лучше котов вот сюда, в эту вот котовасию. Давай, загон. И скинем сюда хотя бы котов. Коты едят кур. Ешьте. Да, я знаю, что мы это зря сделали, но... Если что, кур мы наберем. Проблем нет. Нам надо хотя бы котов накормить.
они просто психанут и начнут выпрыгивать. В идеале бы сейчас еще курятник поставить, потому что курам нужен только петух и курица, и они будут автоматически размножаться. Но для этого нужны шарды, которых пока что у нас банально нету. Опа! Ну иди сюда. Где это животное? А как ты оттуда? Выбрался. А чё они выбрались-то? Иди сюда. Куда? Не надо вам тут. Они выпрыгивают, черт. Стоп, подождите. Так, да, походу все хорошо и плохо одновременно. Иди сюда. Цыплака не трогаем пока. Уйди, уйди, уйди. Да, минус, конечно, в том, что ни хрена не видно. Надо им забор сделать повыше. Надо продать 5 плортов. Надеюсь, мне хватит на забор. Сколько 5 плортов серых? 28 стоит. Не такие большие деньги, как я хотел. И в итоге они мне и не дали ничего. О, там еще шард, кажется. А, вот он, да. На, цыплака. Кто хочет цыплака съесть? Че, цыплаков не едите, что ли? Животное, иди сюда. Так, нам надо 250. Он стоит мало. Надо еще набрать. Блин, я боюсь, что как только я вернусь, они уже тут начнут... Эти начнут сейчас очень сильно... Да, понятно. Надо высоту поднимать. Надо скрещивать их с вот этими 8. Но они вылететь могут. А летающие коты нам пока что тут нафиг не нужны. Так, стоп. Тут ни черта нету. Тут ничего не выросло. Обидно. Обидно. Так, это мы забираем в любом случае. Это мы забираем тоже. Тут вроде было много плортов. Вы ж тут жрете все подряд. О, супер. Нужны плорты. Так, это мы смотрели. Слушайте, светлячки еще идут. Заберем их. Пусть потом. Потом пустим их на что-то. На что-то куда-то. Надо их скрестить с кем-то, чтобы. Ну, либо ночными чисто сделать их. О, плорт. Я сейчас приду, там уже коты все вылетели, да, во все стороны. О, вар. Он кусается, если что. О, плорты пошли другие. Иди отсюда. Ты тоже пока иди отсюда. Ай! Это что такое? А, это мы здесь, все, я вспомнил. Иди сюда, курочка. Надо курятник для вас сделать. А мы вас всех в расход пустили. Так, да, лучше такой фигней не заниматься. Так, погоди. Ты ведь ешь что? Овощи. А у нас нет овощей, да? Угу. У нас нет овощей. Стоп, не сюда, вот сюда. Это фрукты, у нас фрукты. А нам нужны овощи. Вау. Я подумал, что морковку надо собрать. Короче, его тоже надо накормить, и он куда-то, наверное, нам путь откроет. Хм. Я где? А, все, я правильно бегу-то. Бегу-то я правильно, я просто это не заметил этого момента. Да, все, вот лодка наша. Сейчас мы... Опа, еще один. Ха, привет. Тебя фруктами кормить надо. Они на карте отмечаются, вот что прикольно. А где розовый? Чё? В смысле? Мы же розового нашли. Задание почему-то не пропадает. Немножечко бесит, что задание не пропадает, конечно. Эти тут спавнятся во всем. Ну вот, смотрите, чем можно кормить розового смайла. Фрукты, овощи, мясо. Красота. Идеальный смайл. Как там дела? Коты все еще на месте. Вообще классно. Нате. Поедайте, куриц. Поедайте. Мне нужны плорты ваши. Ну вот еще одна курица. А цыплаков они не едят. То есть цыплаков можно скидывать, они их потом съедят. Че, курицу никто не съесть не хочет? Ну, а где плорт? Спасибо. Сейчас, ребята, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас мы перестроим кое-что. $918.
Так, мы собираем яблоки, фрукты. Геморройно собирается, скажу я вам. Типа долго. Не знаю, можно ли пушку прокачать. Вроде как я понял, помню, что в первой части можно было увеличить количество слотов. Так, давай удалим нафиг. Вот это? Да. Стоп, подожди, что? А, освободить участок. А, подожди, даже так. Морковка пусть растет. Так, а для вас мы... Да твою мать, куда ты? Иди сюда. А для вас мы загон увеличим. Ага, вот теперь попробую выпрыгнуть. Хе-хе-хе. Так, нате морковку. Кто хочет морковку? У вас сетка, вы отсюда не выпрыгнете 100%. Но нужна... Помимо сетки, нужно еще как минимум замутить что-нибудь. В плане этого. Блин, эта фигня теперь не улетит, походу, от меня. Ну, вот это вот сообщение по весь экран. Так, я могу сохранить... А, сохраниться и выйти. Не, не хочу пока что. Эти сейчас скоро проголодаются, и эти проголодаются. Давайте задание посмотрим. Мы успеем все сделать. Виктор Хамфрис. Это вроде чувак с первой части, он там помогал вроде бы во всем там. А, привет, есть кто? Беатрис, ты видишь это сообщение? Проверка, проверка. А вдруг ты затерялась в море на таинственной лодке, которая никогда не будет суждено... Ой, да, я ж просто забыл включить дисплей. Рад снова видеть твою улыбку, Беатрикс. А, невероятно скучал по тебе, мой дорогой друг. Я, конечно, очень рад, что ты отправилась на встречу новым приключением, но некоторые мои данные говорят, что все не так просто. Прошлой ночью мне пришло сообщение от какого-то от какой-то программы с искусственным интеллектом. Оно написано кодом, но я такого не знаю. Как раз анализирую его. Но уверен, это сообщение прислали оттуда же, где ты сейчас находишься, с этой загадочного радужного острова. А что мы имеем? Загадочная лодка доставила тебя на загадочный остров, и я сразу же получил загадочный код с этого самого загадочного острова. Все это выглядит довольно любопытно. А, ну, мне есть над чем поработать, а ты лучше принимайся за исследование. О, чуть не забыл, возьми этот портал домой, с ним будет легче начать путешествие. Портал домой, новые технологии. Береги себя, Беатрикс, я буду на связи. Все, портал домой. Котов чем кормить? Чем кроликов кормить? Они едят, эти едят овощи? Давай мы... Стоп, что будет, если мы тебя выпустим? Ты исчезнешь. Ты улетишь. Ты улетишь, да? Ты, скорее всего, улетишь. Да, он, скорее всего, улетит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы же знаем, что он улетит. Нужно набрать плортов на то, чтобы построить ограду. И надо набрать овощей, чтобы нам... Блин, тут еще растет долго. Так, тут еще ничего не выросло. Тут тоже, блин. Надо ждать, когда там все вырастет. Надо овощей набрать. Так, стоп, я сейчас еще... Я все время забыл... Зачем я сделал скрин? Смайлпедия. Вы едите овощи. Вы едите все подряд, вы едите фрукты. То есть мы сможем кормить и фруктами, и овощами, скорее всего, следующих смайлов. Но для этого нам надо хотя бы набрать... Я правильно понял, что нам надо набрать... фруктов. Нет, нам надо набрать овощей, все правильно. Они, мы же овощи собирали, чтобы их накормить. Овощей нету. Шарды есть. Шарды заберем. Обязательно. Еще бы овощей забрать. Но там все приготовится. Я не переживаю за это в этом плане. А, здесь какая-то колонна есть. А, это может быть еще один телепорт? Ну, по идее, да. Это и должен быть вторым телепортом. Один-то мы открыли. О, курочка. Курятник, кстати. О, кстати. Так. О, овоща. Овоща нужны, курицы нужны. Спасибо, но мне нужны шарды и вот это. Ты мне пока не нужен здесь. Так, ну воду... О, еще морковка. А, стоп, подожди. Я морковку, получается, там не собрал, да? Так, а тут что у нас здесь? А, здесь вот эта вот статуйка. Непонятный обелиск, который можно залутать. О, смотри, нычка. А, медпункт мы открыли. Медпункт, это, наверное, хорошо даже. О, так. Это деньги и смайлик. Привет. Привет.
куры, коты. Ну, коты съедят кур. Так, что нам не нужно? Давайте шарды скинем. Мы сейчас сможем накормить. Давайте кур лучше наберем, которых потом в будущем пустим на все остальное. Пустим на ферму с курами. Если их тут не всех сожрали еще. Да, задание с садом, вон оно сделано, но оно что-то это мелькает. Непонятно. Так, тебя мы читали вроде, да. Тебя по этой фигне мы читали. А, нет, тебя мы не читали по этой фигне. А, в первый день здесь работа проглотила меня с головой. Помню даже, как пришлось вручную таскать желейный камень обратно в оранжерею. Такой был азарт, когда, задыхаясь, я потерял чуть ли не все дальше. Так, делаешь неправильно. Но счастливо тебя нет никого на свете. Теперь время осталось мало, и мне пригодится этот коллектор. Преобразователь, иначе не успею. В этот раз я сделаю все правильно. Спасибо про коллектор, а это хорошо. Мне морковка нужна, ребят. Ну, мы сейчас накормим морковкой и курами. Не, кур мы сейчас пустим в на убой. Точнее, не на убой, а сделаем ферму с курами. Это мы по тебе читали. Если мы еще кур найдем, правда. Да, нашли. Че? Я слышал кудах-тах-тах. Не трожьте всех кур. Вот здесь кур много было, но их все сожрали. Вот эти прожорливые сволочи. Маленькие розовые милые сволочи. Так, тут пока не лутается. Там мы уже все забрали, значит все, бежим на базу. Так, воду пока мы не набираем. Ее можно набирать вроде как из фонтанов и вроде как из любой другой воды. Но это в первой части. Сейчас я тут не знаю как точно. Да, сейчас мы построим ферму с курами. Посмотрим, что из этого выйдет. Потом может даже... О-о-о-о. Они, смотрите, недовольны. Давай, ребят, я вас верю. Ферма морковки пока что ГГшная. А, ну мы сейчас шардов наберем и прокачаем ее, чтобы росло быстрее. Так, сейчас мы, да, продадим шарды. То, я думаю, их хватит. 314. Там вроде 250 стоил апгрейд на поливалке. 350. 500. Максимальный урожай. Вот это, нам надо 500. Простите, братаны. Простите, курочки. Но сегодня... Ой, блин, я забираю всех. Это мне не надо. 4 шарда мне жизнь, конечно, не спасут, но все же. Кое-как. 426. А, там было на 350 вроде, да? А, нет, 500. 500. Ладно, сейчас я быстренько налутаю еще немножко шардов и продолжим. Так, все, продолжаем. Я намутил морковки. Мы сейчас накормим всю эту крольчатину. Вот, и они дадут нам желтых шардов. На которой мы дальше сможем прокачаться. Да, 14 штук. Но там больше, скорее всего, но мы же накормили. Так, цена падает. Надо успевать. 800 монет. А сколько стоит сборщик шардов? Вот это типа солнечный щит укрывает загон легкой тенью, защищает чувствительных к свету слаймов. 500. Правильно? И морковку, чтобы выращивать, стоит 500. Давай лучше на морковку вкинем. Она расти будет быстрее, и мы будем быстрее ее собирать. Курятник. У нас 300 монет. Давайте курятник построим. Ха-ха! Автоматом. Автоматом поймали курицу. Так, как я помню, здесь гуляют курицы. Их надо только найти. Так, там ничего нету. Так, это еще одна область, да, для покупки. Сколько она стоит? Ну, тоже 1800. Блин, почему эта хрень не пропадает? Непонятно. Ой, это типа что? Типа видом любоваться? Вон там что-то есть. Но это, наверное, еще одна территория, которую мы пока что не можем купить. О, курица, 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 иди сюда.
Все, у нас еще плюс 2 курицы. Нужен петух. А мы петухов всех скормили, да? Да. Но есть надежда на то, что из цыплят что-то вылупится. Иди сюда. Эти на этих смотрят. Как те едят. Ужас-то, какой ужас, а. Так, знаете, вам еще одного. Так, куру можно траву сделать. Витаминный загон и старосборник. Старых кур будет собирать, и мы будем автоматически их пускать на хавчик вот этим. Так, спасибо. А что ты недовольный-то? Ребят, я бы накормил вас, но вы это не едите, да? Да, так я и думал. Вам нужны только овощи. Овощи растут, ребят, подождите буквально чуть-чуть. Все будет. Нам вам надо загончик построить. В общем, давайте-ка по на этом закончим. Я вне серии побегаю, О, иди сюда. Пособираю всякое, да? Поднакоплю деньжат, чтобы мы смогли дальше развиваться. Кормить смайлов, делать из котиков летающих котиков. Я хочу просто летающих котиков сделать. Но для летающих котиков мне нужна сетка 425. И сборщик плортов. Это еще 500. Опа. Стоять. Какого жеваного крота? А, они злятся, да, и они поэтому вылетели. Вам сделал сетку, чтобы вы не вылетали. Вы все равно вылетели? Да, я знаю, что вы есть хотите, ребят. Ладно, надо пожертвовать курицей. Простите, но пожертвуем курицы, чтобы они не вылетали. Да. Ну что ж, ставьте лайки, кому понравилась эта игра. С вами был Артём. Всем пока.